Всем привет! Пришли в магазин, винный отдел, как выходные, надо отметить это дело, но поскольку пить не хочется, для здоровья уже не позволяет, решили попробовать что-нибудь интересненькое, нашлось, целая полка интересненького. Алкогольного винища, причем есть практически все: мерло, белое, шардоне, рислинг, ну в общем и так далее. Вот прям с ничем себе можно не отказывать. Ну да, как уже говорил, вот полный набор всякие шампанское, и фруктовые безалкогольные, и био, и розовые, вот шарас есть, розовые это, просто розовое, всякое белое, красное, опять же всякие шампанские, на любой вкус и цвет, и все главное безалкогольное. Мы взяли на пробу шарас и вот это вот шампанское. Интересно, что. Попробуем, расскажем. Пришли домой, переоделись. Достаем винишко. Вот оно, безалкогольное. Сейчас будем готовить бургеры и пробовать безалкогольное вино с бургерами. Бургеры у нас будут из индейки, котлетки и самый главный ингредиент, ну один из, американский соус, прямо оттуда, из Штатов, и грибочками с лисичками пожарю таких овощей, добавлю туда лисичек, и это будет типа вот на котлетку дополнительная начинка к бургеру. Что ж, приступим. Так, и финальный аккорд. Открываем крышечку. Так, бургеры сделали. Сделал точнее. Я. Оля пока убиралась. Вот такие вот они. Интересные. Даже маленький грибочек такой вот специально положил. Вот так он. Должно быть забавно. Вот. На все про все ушло час 20. Довольно геморное занятие. Вот сейчас будем пробовать вино. Есть бургеры, наслаждаться жизнью. Ну, действительно безалкогольное, по вкусу просто похоже на виноградный сок, на вот тупо виноградный сок. Такой с горчинкой, как если бы в него добавить сок, не знаю, черноплодки. Немножко вяжет, такой кисло-горький, ну забавно. Безалкогольное вино. Всем пока.